Вот, это трость прошлого века. Очень возможно, что такая же была у Александра Александровича Блока, великого русского поэта. Может быть, именно с ней он ходил по холодному Петрограду. А я ведь тоже петроградец. Наша семья рано очень переехала в Москву. Прости, не встретил тебя. Знаю, у тебя оврал. Трое суток не вылезаю из-под воды. Скоро жабры отрастут. Похудел ты, похудел. Ты тоже. Я слышал, девочка будет жить в нашем доме. Ага. Ну что, тебе виднее. Вы знаете, по-моему, каждому театру отпущен свой срок. 20 лет. Нашему театру 150. Вы поняли? Вот этих милых женщин нужно будет вам занять в порядке, так сказать, гуманитарном. Особенно вот это, и через год на пенсию.